Приветствую зрители, гости, подписчики канала. Поставил кобылку в станок. Табун сейчас выгоню. Почему поставил в станок? Потому что эта кобылка по 3-4 раза за день убегает в соседний табун, в чужой табун. Вроде она и не гуляется, а постоянно бегает. Но я сейчас сюда приведу другого жеребца, малыша. Табун выгоню. И вот посмотрим, будет малыш ее покрывать, не будет. Вот. Такая вот ситуация. До этого она не убегала. Почему не убегала? Потому что здесь у нас был другой жеребчик молодой, который себе смог уже в этом возрасте в год и 3 месяца сформировать косяк, в который входила эта кобыла. А без того жеребчика начались вот такие побегушки. Вот. Такие дела. Все, смотрите следующий видеоролик, как я приведу сюда жеребца. Все, спасибо за внимание, всем пока. Это такой анонс будет.